Привет-привет, друзья. Это Атис. И со мной моя замечательная девушка. Аня. Слава богу, все отлично. Ой, ура. Наконец-таки мы начали наши летсплеи по Sims 3. Вы так нас долго просили о них. Когда же Sims 3? Вот, пожалуйста, получайте Sims 3. Покажи, Ань, нам дом, нашим зрителям. Дом. Угу. Замечательный вот домишко. Но он, если честно, похож немного на какую-то хижину, но участок очень даже красивый. Вообще, very wonderful, да. Не, мне само нравится, правда. Он такой уютненький. Да, как ты сказала, на дачу похож. Да. Правда, мы купили его без мебели, потому что у нас не хватило денег, но... Я, если честно, думал, что это вообще одноэтажный. Ну ладно. В общем, у нас... Это холодильник? Да, это холодильник. В общем, у нас тут не совсем стандартные персонажи, да, девушка красивая, но мы с Аней подумали, надо какой-то челлендж сделать. В общем, и для тех, кто не знает, это вызов переводится. Вот. И мы за место какого-нибудь стандартного красавчика сделали такого пухлого симпатягу. Мне он, если честно, больше... Он очень милый, да. Ну да, я хотел закончить мысль, ё-моё. Он очень милый, по мне так кажется, пухленький такой, знаете. А когда вы еще увидите, когда он будет в тренажерном зале заниматься, сбоку он выглядит, знаете, как типичная баба Клава, такая пухленькая, с короткой прической. Ну, просто, ну, знаете, вот ваша соседка, я прямо отвечаю вам. Отвечаю. В общем, мы как подумали сделать? Мы еще не знаем, может быть, он у нас пойдет в боевые искусства и будет сумоистом, как бы, так сказать, ему внешность. Ну, конечно, это его цель. Да, позволяет. Либо мы сделаем потом из него, он сначала похудеет у нас, и сделаем потом из него крутого качка. Но это слишком стандартно, так что по ходу дела мы решим, что с ними делать. Анют, давай. Так, ну ладно. Запускаем, наконец-то, вот первые секунды жизни наших героев в этой... А, и причем они не муж и жена, они помолвлены только еще. Давай ты обнимешь ее сейчас. Ой, у них, кстати, совсем немного полоска заполнена, если честно. Ну, так потому что они только возлюбили. Ну, как мил. Так, он такой милый толстяк. Ну вот, а тебе, говорит, не нравится. Мне кажется, всем понравится, потому что эти все дрищавые красавчики всех надоели с зализанными волосами. Поцеловать робко, ну-ка. Ой, как мило. Ладно, в общем, это слишком уж какая-то няшная серия. Вот я думаю, для начала, наверное, надо купить мебель. Да, обставим мебель. В основном квартиры обставляют, а не мебель обставляют. Ну ладно. Ну да. Если честно, правда, какая-то дача, причем она не самая лучшая, какие-то ужасные стены, но... В принципе, это подходит к нашему главному персонажу, да? Под его стиль, да. Толстяки живут в хижинах, что ли? Ну, у меня почему-то так ассоциируется, ладно. Так. Мне зато второй этаж нравится, как-то уютно. Он уютный, да, только первый этаж ужасен, если честно, я согласен. Ужасный. Угу. Ладно, так, спальня. А он, знаешь, такой, он похож на дома, такие, знаешь, типичные такие деревенские дома с такими, с дешевыми обоями. Вот тут прям очень похож взор. Да. Мне прям напоминает это сильно. Так, кровать. Давай сначала такую выберем, то есть вполне себе она $1000 стоит, я думаю. Нет, она не очень красивая. А, ну окей, давай решай. Да, тоже не очень красивая, ну ладно. Ну, нормально. В принципе, так. Мне правда как... У нас лестница, вот сюда, да. И такая, кстати, кровать тоже типичная такая, да? Только нам нужно, я думаю, чуть получше освещение поставить, ну да ладно, это потом. Просто как-то уж слишком дом получился... Темный, да, за счет стен. Ладно. Самое необходимое, это что у нас? Денег у нас не так много. Ну, туалет есть. Туалет есть. Хоть не на улице будут писаться, и какаться, и то хорошо. Давай поставим... Начнем с нуля, как говорится. Ну, давай ты уже обставляй. Опять потратим все деньги на диван? Да, точно, как у нас заметили. Нет, не будем эти деньги на диван тратить. Нам еще холодильник нужен. Холодильник у нас есть, на улице какой-то стоит. А, ну? Серьезно? Ну да. Почему сюда я не могу диван к стенке поставить? Ну, он потому что с двери, скорее всего, граничит. Вот сюда, наверное, только. А, окей. Зачем я так сделала? Не знаю. То есть стандартный, он... да, к стенке? Нет, давай поставим как-нибудь так. Может быть, его полубоком, я не знаю, там. Мы же молодая семья, мы же не какие-то старперы. Вот, да, вот, кстати, так неплохо. Вот, да. Ничего не вижу. Ладно, телевизор надо, наверное, для досуга-то какой-нибудь. А может быть приставка? Чем мы как эти старпёры?
старые передуны. Не знаю, мне почему-то он напоминает маленько старпёра. Да ну нет, он милаш просто. Ладно, ну да, он, конечно, не выглядит на... Видеоигры. Как блондин 20-летний. Скажи, что нам надо. Да я, знаешь, тоже не особо спец по этому. Давай телевизор, пусть они смотрят телевизор. Вот. Отличный как... телевизор. Ну ладно, окей. И надо освещение обязательно купить. $200 осталось. Ну вот сейчас все деньги потратим на освещение. Ой-ой-ой. Ничего не осталось. Да, кстати, ты только не забудь то, что чем больше источников света, тем больше мы будем платить. Это я так сказал, как кормили семьи. Ну ничего страшного. Я думаю, он у нас заработает. А зачем тут две двери? Почему две? Вот раз и вот два. К холодильнику ведет. А мне, кстати, тоже, если честно, интересно, почему так холодильник... Вот сюда и сюда. Тут можно, в принципе... Я, по крайней мере, понимаю, почему здесь холодильник такой затертый. Ладно. А, у нас средств недостаточно. Ладно. 80 осталось. Давай тогда начинаем жить, все равно уже так долго. Только тут, по-моему... Ну ладно. Ничего. Даже им поесть негде. У нас даже стола нет. Они на диване поедят, поедем. Ничего страшного. А, ну да. И они молодые. В принципе, так привыкают. Все на диване едят. Если честно, я в таком доме только мечтал. Пруд офигенный, просто мне нет, нравится. Нет, пруд, я согласна, место, да. Ой-ой-ой. Что это? Это как так вообще? Не, ну... Нет, он, конечно, милый, но не настолько же он такой. А вы просто сравните комплекцию, как ее зовут, если честно. Я никогда не помню имени наших персонажей. Линси и Ричард. Линси с виду 50 кг весит, а Ричард все 150. Как эта хрупкая девушка могла удержать такого толстячка? Да, да, да. Так, сейчас нам должны соседи прийти и познакомиться. Давай сначала, я не знаю, выберем, во-первых, потребности, открой вкладку. Смотри, ребенок убежал быстрее. Ой, не хочу смотреть, что такое, это целует. Фу-фу-фу. Не люблю девчонок. Я их бью, по косичке дергаю. Так, ладно. Какой у нас, кстати, большой пруд, да, достаточно такой. Прям. А, кстати, я не знаю, здесь озеро какое-то. Да, да, да. Я не помню, здесь кажется, надо можно даже. Надо его уменьшить немножечко. Не-не-не, не надо, ты че? Ну ладно, потом. Ты че? Я хотела сделать небольшой сад, но у нас нет денег, ладно. Если кто-то из наших персонажей друг друга изменит, а другой узнает об этом, можно убить его и затопить в этом пруде. Да, кстати, в этом. Кстати, это дом типичный дом для ужасов. Монет. Да, да, да. Точно. Для фильмов ужасов, ну ладно. И вот Лама к нам пришла. Талисман университет. Слушай, давай вкладку потребности откроем. Потребности, так. Вот, самая последняя. Ага, хорошо. У них все отлично. Да, это вам не Sims 1. Анют, ну давай поставим цели жизни, во-первых, да? Что? Начать карьеру журналиста. Ну пусть начнет, почему подожди, нет. Подожди, а у него главная цель какая жизнь? Главная цель у нее ведущая программа новостей. Да, отлично. Вот смотри, сколько у нас уже вкладок купить открылось. Набор для... Нет, не хочу. Поступить в университет. Надо поступить в университет. Черт! А, точно, да, это моя, если честно, нелюбимая штука. Да, так что задизлайкайте к чертям собачьим все это дело. Она не любит вперед будущее, хотя... Я хочу реальную жизнь. Да, все летсплееры говорят, ой, какое замечательное дополнение, Sims вперед в будущее. Ой, как мы его любим. Аня говорит, нет, херня, не люблю. Нет, там реально, кстати, офигенно. Ну там классно, да, но это, ну что за призраки летают? Ну ладно, не важно. Так. Призраки это тогда, ну ладно. Подожди, давай тогда поступим в университет только попозже, через несколько серий. Давай хотя бы здесь освоимся, а потом... Хорошо. Ну, университет, я думаю, будет вообще круто, там столько всяких возможностей. Начать карьеру поли... Ну что за... Да, забавно. Мне, конечно, Sims немного огорчает своей наркоманностью, бывает. Вот, кстати, он разрыв шаблонов, если честно. Ну ладно. Согласна. Какие-то я сомневаюсь, кто в доме мужчина у них. Может быть, он транссексуал? Нет, у них любовь. Ладно, начать карьеру политика. Просто пусть он настолько начнет. Милаш. Ну, это для мужчины не свойственно. А, кстати, да, смотри, он же пузатый, да, у нас? А политики у нас кто? Она стыкнула. Они пузатые, дядьки пузатые. Да. То ой, есть, соседи логично. Пришли. Так. Пригласить всех войти, ладно. Приходите. Только, конечно, ой, они даже когда соседи пришли, целую. Ну, зато как они любят друг друга. Какие они у нас хорошие, а? Давай с женщиной, вот она тоже слегка такая волновата. Наладим у нас только контакт. Общего. Ой, что за сердечки у них появились? Над чем?
над этим. Нет, над челкарем этим, что ли? Над челкарем, ну. Да ну. Так, пожалуйста. Дружелюбно. Что можно болтать дружелюбно? А ты. О, к ней подошел сразу. Хорошо. Может быть, у нее тут много общего. Я думаю, этим двум. Они нужно... подходят тогда. Семья такая даже. Да, 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 они больше подходят, но мы не собираемся. Ну нет, изменять не надо. Да. Все-таки нам нравится. Я думаю, у нас потом будет кардинальное преображение через несколько так серий. Нет, я не хочу, нет, чтобы а он я хочу. Был. Не хочешь, чтобы он толстым? Я, наоборот, хочу, чтобы он толстым был. Это слишком скучно. У всех летсплееров по Sims 3 слишком лощеные персонажи. У нас тоже очень красивый, я не знаю. Просто он толстый. А так он очень даже милый. Я бы сам в него влюбился. Был бы, будь я девушкой. Ну ладно. Ну смотри, какой милашенька. Давай какой-то движок ладно, уже устроить, давай, что-то мы просто... давай на работу устроимся. Работа и профессия, найти работу. Ты тоже потом устроишься на работу? А, ты не забывай про вкладки. Тут уже куча желаний появилось. Может, какие-то есть реально существенные, которые можно зафиксировать. Получить навык писательства, это... да, это и надо. Посетить... потом. Нет, Китай, потом. Ладно. Отправить смс персонажу. Ань, ты правую кнопку мыши жми, чтобы отменить. А, ты хорошо, я забываешь не знала. Постоянно. Я этого не знала, если честно. Ну, у него парень больше знает, чем она, но это. Что, это неудивительно, в наших отношениях много чего удивительно. Тут даже сзади вход есть в дом. Сколько всяких входов, выходов. Ого, тебе только. Ой, вот уже ты поругала. Точнее, не ты поругался, а Линдси, да, или как ее зовут? Да. Ой, не люблю. Смотри, тут еще парочка пришла, да? Не знаю. Ну вот видишь. Ну, вряд ли. Завязали хорошие отношения. У нас такие орки, да, устраиваются. Доступная воспитатель. Нет, нам надо другую. Политика. Вот, мойщик трибун. Ну, надо с чего-то начинать. Прочитай. И все же любят твой голос. Город не развивается Давай. Сам по себе. Городом нужно управлять. Запоролы серию к чертям собачьим. Сейчас все переписывать будем за тебя. Продолжаю. Давай. Ратуше требуются обаятельные новички, которые умеют ладить с начальством и подлизываться к нужным людям. Нет, это нехорошо, но надо. Надо. Вот, отлично, 400 баллов счастья. Угу. Давай тогда и она устроится на работу, раз. А где газетка? Где газетка? Где же газетка-то? Анюц. Ну посмотри, ну я не знаю, там где-то. Ну только что я читала, если искала работу, она должна быть здесь. Логично. Ну покрути, значит, ты так вот думаешь, она сейчас вот если зафиксируешь экран, он просто проявится, что ли? Ну он спрятал газету. Ой, тупые нубы. Короче, возьми. Себе. Ладно, окей. Вот куда он ее спрятал. Найти работу. А, только, знаешь, я вот не помню, тут навык писательства можно повышать вроде бы только сидя за компьютером. Да, там на компьютере печатать можно. Ну ничего, мы сейчас там сходим на работу пару раз. Ну и потом нужно и покупать компьютер. Крутой компьютер. Чего этот челкач постоянно возмущается? Мне не нравится. Смотри, журналистика, да? Туда? Да. Линдси знает, если правильно подать факты, это может стать сенсацией. От вас зависит, что прочитают утром горожане в газете. Последние сводки, пикантные подробности или полезные советы. Главное, обаяние и бойкое перо. Принимаю. Окей. Ну вот, смотри, у нас у наших Симов все прет, смотри, у них отлично. Уже на пик практически уже. На пике своего успеха. Так, что ты хочешь? Купить набор для стрит-арта? Нет. Ты удаляешь сразу, потому что новый не появляется. Появляются. Все запороло, короче. Встретиться со спортсменом. Да, давай. Давай встретимся. Стоп. А зачем мы устроили его в политику, если его мечта всей жизни это сенсей? Ну так еще не, еще как говорится, он же еще не старый. Здесь... А сенсей это надо просто спорт развивать, получается? Ну, там... Не надо работать в какой-то области или как? Я надо работать знаю. В какой-то области. Я не знаю, если честно, я сам вот надо, это, наверное, вот эту мечту можно. Я не исполнял. Но пока что пускай он будет попробовать политику, карьеру политика. Хотя, в принципе, ну давайте, так. Окей, ладно, так, мойщик трибун. Не знаю, зачем это ему надо. Я думаю, это ему не надо.
Ладно, Надо с так. чего-то начинать, все равно он же не сможет сразу же быть. Кстати, жена будет больше заработать. В общем, мы тут решили, что мы тут засетились дома. Конечно, хотя мне нравится уютная компания, я бы даже не стал бы никуда идти. Сейчас бы Линси приготовила бы что-нибудь покушать, мы тут посидели бы, скорешились, покушать, да. Скорешились бы с нашими друзьями бы новыми. Смотри, видишь, они... Ну... Окажется, Челкаш, он какой-то социофоб, он сзади стоит и так вот что-то ты руками вот так вот вот. Ну-ка. Не, ну такие... Ну, маленько такое это. Такие, конечно... Ой. Прическу уже вышли из моды. Так, ладно. Ей даже готовить негде, бедная Почему? Женщина. Вот, есть все. Ну, это же очень мало места. Не, ну правда, дача какая-то. Ну, ладно. Да ну, для молодой семьи, мне кажется, само то отлично. Нет, я бы не хотела. Ладно. Может, ему сразу купить какой-нибудь тренажерный этот снаряд? Ну да, тренажерный снаряд только стоит тысячи две-три. То есть ему придется. О, к нам кто-то приехал. Да нет, это соседи приехали, вот. Это их машина. Автомобиль дайте 4. Итак, а вот что собралась можно делать? Ловить рыбу можно. Да, я тоже хотел это сказать. Так отлично, так можно, мы же немного бомжуем сейчас. Можно выловить рыбу и пожарить ее, я права? Да, можно, отлично. И как говорится. Давай вот, я ни разу не видел, как они ловят рыбу, давай вот ты вот ловишь рыбу. Давай. Вот как раз даже и не надо будет в магазин за продуктами ездить. Тут такая тоненькая жрать. Дорожка, вот я бы упала бы, раз 5 бы пошла бы. Мне вообще интересно, как в таком маленьком пруде рыбу водится. Почему нет? Это может. Ну-ка. Ух ты. Куда-то у нее еще, блин, такая здоровенная удочка. Ну, кстати, навык же рыболовства, я помню, как-то прокачивал. Давным-давно это было. Ну, это классно. Ну, вот он сейчас выловит рыбу какую-нибудь, и она как-нибудь будет заражена этими пестицидами. Я не сдохну все. У них все хорошо. Думаешь? Блин, классно, конечно, дом у них тут реально можно целые... О, да тут, да, конечно, да. И как раз здесь заброшенная фабрика. Здесь... Ужасно. Здесь бандиты, логово бандитов. Нет, так-то классно, у нас прям природа такая, да? Да, здесь как раз можно людей закапывать пачками. Да, согласна. Ладно. Давай уже тогда помаленьку заканчивать, а в следующей серии уже будем... В этой серии мы освоились, приехали домой, познакомились с соседями. Ну а в следующей серии будет что-то поинтереснее, движуха какая-то, да? Ну да, я... Что ты делаешь? Чё? Она прислала ему воздушный поцелуй, и он... Фу, говорит, сказал вообще. Да конечно, как... Фу, это ужасно. Он мне не нравится, давай с ним. Сейчас я быстренько, ладно? Давай. Сейчас знаю, что я сделаю. Ну-ка, сейчас, чё, батл? Я сейчас, вот задирис-то как... Поспорю. Надо было сразу драться, господи. А как тут подраться? Задириста также выбираешь. Вот. Не дать 5. И прогнать. Все. Он мне не нравится. Должен же быть какой-то не такой. Ладно, вообще. Заканчиваем? Угу. Заканчиваем, давай. Завтра мы. Что мы завтра? Я думаю, куда-нибудь съездим, развеемся. Да, и пойдем на работу, скорее всего. Ну да. А что говорить-то дальше надо? Что, запись еще не прошла, что ли? Ой, тупые, блин. Ой. Ну все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да? Да. Все правильно сказал? Да, все. Всем пока, друзья. Пока.